have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки. Привет, привет! И какой-то левый чел в звездолете. Звезданутый чел? В звездолете. Ладно, ладно. Это не помехи, это каламбур называется, ладно. Куда мы, что? Понимаете, просто между нами сейчас перегородка, а тут качество связи не очень. Она перебивает, там кислород есть, тут нет. А ты еще дальше отлети, чтобы качество связи было еще хуже. Хорошо. Так, хорошо. Куда мы, что мы? Давайте, рассказывайте, ребят. Что мы сегодня будем делать? Я не знаю, как вы, я в Казахстан. Туда это незаконно. Удачи-то. Да, спасибо. Вы на Стратосе? Чего? Вы на Стратосе летаете? Да. На нем самом любимом. А мы сейчас будем летать в безопасных галактиках или не очень? Ты мне расскажи. Ну, типа, мы можем полететь сейчас на край системы на Стратосах. Я полетел. Звучит как трое ученых на тазу. Ой. Так, а как я вас найду? Я сейчас за Стратосом полетел, потому что на Авроре я никуда не полечу, я за тебя кучу бабок отдал. Давай в Бастион. В Бастион? Да, Бастион. Бантом. Смотрите, да? Лети сейчас за мной. Лети за мной, сейчас покажу самый быстрый путь. А ты где? А, вот, все, вижу. Мы сейчас перепаркироваться будем. Я тебя понял, я за тобой пока что. Вы меня видите? Ну, я прям за тобой лечу. Ничего себе, Казахстан. Мы полетим в Марат. Куда полетим? В Марат. Хорошо. Чего, я ничего не вижу, это все белое. А ты не с нами, что ли? Я улетел в Астрахань. Слушай, блин, прям реально в космосе связь не очень. Вот сейчас вообще было не очень. Я ничего не понял. Нам нужно будет сделать 17 прыжков. 17? 17. Ого. Куда я полетел? Какая лупшки это авто? Ну, это я. Да. То есть Что зажимаем пробел и летим на Гвард. Куда летим? На Гвард. 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 Гвард, понял, все. А как его выбрать? То есть вот так? Не, погоди. Зажимаешь пробел и мышку вниз. Я куда-то прыгаю, я не уверен, что нагар. Сейчас пришли посмотрим. Б. В. В. Кстати, да, красиво. А, не, я на гарде, хорошо. А я где? Я подлетаю на гард. Я вместе с тобой. Супер. Но где код? Код, сейчас посмотрим, где будет код. Я лечу. Кого ты лечишь? Ну хорошо, дальше нам на... Дальше нам на Арчер. На Арчер? Арчер. То есть опять же через пробел? А, ну да. Да. Сюда? Да, вроде. Ну, я вижу, кто-то вар прыжок сделал. Ну мы сейчас по осеним галактикам, тут федерация правит. Так что нам пойди. Ну тут бандитов нет, тут дроны. Угу. О, я в гор прилетел. Наконец-то. Тебе ванчер. Ну я вроде прыгнул уже. Сейчас посмотрим. После ванчера нам нужно будет... Нам нужно будет добыть немного ресурсов. Хорошо. Анкер. Что там зажимать пробел? Да, вжимать прям в пол, как педаль газа. Yes, 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 I'm gonna step on the gas.
меня пинг 2000. Я тебя с этим поздравляю. Че, за ресами? Нет, это не знаю, просто делать ничего, пока мы не ждем был. Кота. Куда после анчера? Вон я тебя вижу, кстати. Нам после анчера нам нужно будет спиемпу. Куда? Спиемпу. Окей. Попробуем сейчас найти. Ой, блин, это сейчас было прям вот страшно. Что? Вот этот звук. Да вот, вот нет, 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 вот просто нет. Это звук скрежета ногтей по микрофону. Ну, по сетке. Я чувствую, как только что примерно половина зрителей потеряли свои уши, ну ладно. Хорошо, прилетели. А цель нашего упражнения, зачем мы все это делаем? Для того, чтобы улететь в запретную зону. Наша цель — запретная зона, хорошо. Советую поставить запись на паузу, потому что мы делали только 3 прыжка, нам еще 14. Хорошо, тогда вернемся, когда окажемся в запретной зоне. Запускай шарманку. Итак, есть. Мы опять в эфире, мы прилетели... Куда еще раз напомню, что это у нас? На Абвестрон, в дикую местность. Да, так. Я сказал для тебя. Я сам чуть не это... Да. Нажми на B. На что? На B английскую, на M русскую. V? На английскую, на M русскую. Да, нажал, меня... Что? Ох, ёлки, чё чё. Меня в кабину телепортнуло. Ну, посмотри вниз, нажми на B. Полностью огибает мой корабль. Это лучи славы, которые полностью огибают корабль. Ну, нет, еще один второго уровня. Итак, мы все так же находимся в Адверсоме. Это дикие пространства, если что, тут можно... Только я на второй планете. Да, на второй планете. Иди ко мне быстро. А почему быстро? Ну, потому что медленно, а это будет долго. А тут нет шифта. Ну... Я еще получу благословение. А в него можно врезаться? В него можно врезаться. Блин, хорошо, что я этого не сделал, да? Ну, смотри, я только что врезался. Что произошло? Щит убрался. Правильно, ничего не произошло. А в него можно стрелять? Ладно, я не буду разрушать прекрасно. Тут никого нету. Хорошо, куда мы теперь направимся? Раз это дикие территории. Ой, у меня это корпусная броня увеличилась на 14%. Куда? В Асту. Обратно полетим. Зачем? В зоны бандитов. Погоди, у меня есть Маррет, Проака, Осло и Артархир. Хотя, знаешь, лети в Проаку, давай я тоже залечу. Все, тогда валим в Прагу. Просто ладно. Я хочу хоть кого-то найти. Нас сегодня 2 раза уже по пути сюда чуть не нашли. Сколько раз мы телепортировались? 14, 15? Мы 17 раз телепортировались. 17 раз телепортировались, чтобы добраться до этой дикой местности, приехать сюда, посмотреть, что здесь никого нету, получить благословение и пойти искать дальше приключения на свою задницу. А, ну тут есть разве что обломки Звезды Смерти я нашел. Неплохо, я их не видел. Так, поехали на Прагу сейчас. Ну-ка ты. Как просто кладбище кораблей. Прикинь, собрать Франкенштейна из кораблей. Неплохо было бы. Вот именно так я и собираюсь создавать. И кто знает, на эсминцах можно летать на одном корабле вдвоем, втроем, так. Ну, то есть там можно заходить или нет? Не знаю, посмотрим. Так, есть... Это... Вдруг видео залетит. Может быть, даже в рекомендации попадет. Я очень надеюсь, ребят, кто любители подобных вещей, пожалуйста, пишите. С удовольствием послушаем, что вы можете им сказать. Я тут сейчас один, если что, в этой, в Праке. И тут ничего нет. Это очень похоже на Клоаку, это Проака. А можем полететь, я же говорю, в бандитские зоны. Ты где сейчас? Я на Абвестроме.
Ага. Погоди, я сейчас туда подойду. Я на третьей планете, если что. Сейчас валю в Абисром. Зачем ты мне тогда говорил телепортироваться в Круако, если... В Круако, если... Да, потому что там кто-то был, кстати, на какой планете там был. Чего-чего? На какой там был планете? Я не на какой, я был просто в системе. Погоди, я сейчас обратно... Ты на третьей говоришь? Да, я на третьей. Сейчас подойду. Абсолютно ничего нет. Тогда вопрос, зачем мне туда? Ну ладно. Разве что один монумент. Не, ну, большая часть их местности, это и есть вот такое что-то. Что мы можем полететь. Я просто хотел показать, я думаю, что тут хоть какие-то бандиты, не знаю, будет. Полетим в красную зону. А в красной зоне что находится? А? А в красной зоне что находится? Или она просто красная, не потому что опасная, а потому что цвет красный? Если бы это было правда. Ясно, понятно. К сожалению. Там куча бандитов, но там очень много ресурсов. О, погоди, монумент первого уровня, благословение. Сейчас я его получу. Какое благословение? Ну, возле третьей планеты монумент первого уровня. Это киберпрунг. Где-то просто вставляют корабль, всякие штуки. Я тоже хочу. Что ты тоже хочешь? Нормально. Так, давай посмотрим по карте красные зоны. Теперь полетели обратно в Прагу. А? Теперь полетели обратно в Прагу. А с Праги можно будет в Сид-Сид? Слушайте, я сейчас опять стало плохо слышно, погодь. Ладно, давай я пока что телепортируюсь в Праку. Очень геймплей. Ну, как бы исследование космоса. О, войны! Ты попал куда-то в перестрелку? Я вижу, как три огромных корабля сражаются. Ладно. Огромные. Это какие огромные? Огромные, это, наверное, какие-нибудь эсминцы. 5 раз или 3 раза. Короче, в общем-то, Фини, Сирия, там, короче, войны какие-то ведутся. Погоди, если ты смотришь на этот корабль, у тебя возникает ощущение, что ТБ могут подтереться. Ты полезешь в драку? Я не полезу в драку, я полезу туда, куда надо. Прямиком в Абисрам. Ясно, понятно. Так, хорошо. Всё, я улетаю в Аксисид. Я ж тебе говорил, в Аксисид пойдем. Название божественное. Интересно, тут есть межличный путь? Это мы еще сказали по-человечески. То, что там написано, ты вообще не поймешь. Вот для слова? Нет, Аксисид. Вот посмотри, как оно пишется. Человек или больше? Чё ты до этого спрашивал? Как думаешь, это делал один человек или их было больше? Мне кажется, у одного человека не хватит ни сил, ни времени, ничего, чтобы сделать все это. Или нет? Знаешь эту поговорку про 1000 обезьян, которые 1000 лет будут стучать по 1000 печатных машинок? Так, к сожалению, нет. Ну так вот, если это случится, то они рано или поздно напишут поэму Шекспира. Да? Ты где? Я в этом, в Эксиксиде, я не знаю. Ну я тоже, но нам нужен грузовой корабль для того, чтобы тут хоть что-то найти. Ладно, полетели на первую планету, там чаще всего больше воин, больше сражений, больше экшена. Поехали на первую, я не против. Там нами как раз подотрутся. А если мы встретим вражеские эсминцы, нам... То есть мы ищем неприятностей неких. А что будет, если нас собьют? Где мы окажемся? Я не знаю этого. Я не помню уже, потому что меня сбивали только один раз. После этого ты решил, что такое лучше не допускать? Ну да, потому что как бы и то меня сбивали, и то, что я хотел. Так, чувак. Дрон-файтер? Красный?
Ой, мною сейчас подотрутся. Точнее, уже. У меня уже 16% счетов осталось. Критическое количество. 20. Оу-оу-оу-оу! Я кого-то сбил, но у меня реально счетов тоже немного. Сейчас попробую тебя прикрыть. Ну я просто тут кручусь, верчусь. Да, тут враг. Или это снизу? Так, он так, мне так, одним так, выстрелом так, снял все щиты. Да, прикольно, у меня осталось 78% жизни. У меня 86%. И 5% щитов. О, ресы. Подобрать. Быстро. Сваливаем. У-ху-ху. Так, по мне кто-то гасит, у меня осталось... А как вы по мне попадаете? Вы чё, ребят? Вы... А как я горю в открытом космосе? Никто не хочет мне сказать? Я не знаю этого. И почему за мной этот огненный след, если... Это космос, чувак. Мы можем уничтожить эту базу, У меня 13% хп осталось, сейчас попробую. О, 3%, все, короче, я, по-моему, это ушел. У меня 60% хп, я пытаюсь удрать как-то. По мне лазером шмаляют. По мне тоже, но как бы... Фишка в том, я не знаю. У меня куча сейчас с собой ресурсов, я кучу ресурсов с собой набрал. Мне нужно как-то с ними еще удрать. Я даже этот рез не взял. Блин, починиться можно только на базе. Давай, пожалуйста, быстрее. 7% ГП я удрал. Куда? Я удрал на какую-то. Ну, я удрал на пятую планету удрал. У Фрум вообще 5 ХП. Я пошел в другую вселенную, фиолетовую, просто чтобы у меня 3% осталось. А ты выжил? Да! У меня 7%. У меня 3%. Я круче. Нет, ну я правда нифига не вытащил никаких ресурсов, ничего. Я парочку дронов взорвал. Вот, нашли. Сейчас скажу. У меня Shift Bolt, получается, осколки дрона и полная зарядка. Две полных зарядки. Блин, одна сломанная зарядка, две руды. Где посмотреть свой этот грузовой отсек? Погоди. А я могу поменять корабль на гору? Нет? Space, equip. А где посмотреть, собственно, ресурсы? На I и... Может быть, у тебя просто ничего нет? А они сразу отображаются, типа? Ну да. Ну, значит, я пустой, да. Мне нужно сейчас куда-то улететь, желательно в синюю зону, это все продать. Круто. Я насобирал. Я кажется, повыполнял кучу всяких этих. У меня корабль горит, мне пора домой. А как можно сразу домой варпнуться? Можно такое, нет? Умри, попробуй. Нет, я имею в виду, вот взять на автопилот. Я хочу добраться-то. О, погоди, может так можно сделать? Я сейчас попробую. К сожалению. Да ладно. Ага, нельзя. Я уже пробовал. Фрум, подожди меня, я иду к тебе. А, я не могу варпнуться на... Я понял, на в систему, которая не напрямую. Если сейчас со две стороны. Вот, я похоже, нашел место там, где можно подхилиться. В красной зоне у Волво. У Волво. Вот. Да, тут можно пойти подхилиться. Серьезно? Да, тут можно подхилить корабль. Всё, я тогда возвращаюсь... Все равно пойти может. Я тогда на их сид возвращаюсь, и потом попробую прыгнуть на уволок. Да, меня хили. Подожди там, скажешь мне, где оно находится. На седьмой. На седьмой? Да, тут нет никаких противников. Хорошо, если я сейчас телепортнусь, и мне не грохнут на месте, то я сейчас быстренько на Вольву поеду. Я сейчас сам сдохну без вас. Не надо. Давай без этого. О, ресурсы, дроны, все. Еще и корабль, наверное, не буду. Зачем, если у меня есть статус? Его не жалко потерять. Ой. Блин, кстати, а корабли-то одноразовые, нет? А, да, но статус бесконечный. Так, вот, теперь давай. Я могу, конечно, взять с собой сейчас Аврору, выпендриваться, что у меня много щитов, меня убьют чуть медленнее. Ой-ой-ой, у меня 13 жизней. Все, я валю на Вольву. Меня вроде не атакуют. Все, я подхилился. Ну, у меня ворп как раз сейчас приземлюсь и на седьмую планету.
Ну, сейчас я полечу за остальными ресурсами, наверное. А, жадность. Ну, если тут есть хил. Тут есть хил, понимаешь? Да меня какой-то чел так долго прессовал, блин. Я вроде маневрировал, вроде все, а... Ну, так им все равно, маневрируешь ты или нет. Они что, читеры, что ли? Седьмая планета, погоди, где седьмая планета? Сейчас вторая, четвертая, девятая. Пробел нажми. Все что угодно, но не седьмая, да? Пробел нажми. Кстати, да. Это было бы правильно. Все, сейчас продам все свои. А я не могу ничего продать, да? А что я не могу ничего продать? А что за космическая станция? А у нее нет названия. Да, я понимаю, но она что-то делает? Ну да, тут нужно как бы создавать всякие штучки. Там можно высадиться? Да. На всех станциях можно высаживаться. Блин, тут за мной прям целая куча кораблей. Ёлки. А, слушай, это не та... Где тут на седьмой планете тебя чинят? Это вот эта станция, которая тебя чинит? Ну да. Там просто подлетаешь к той гигантской штуке. Я просто ищу седьмую планету, оказывается, я уже возле нее. Нормально. Короче, да, забей. Ты уже был на ней? Да, да. Повезло, повезло. Так, а тут, похоже, ничего. К чему нельзя подлетать? Пробить, к посадочному доку или... К посадочному доку подлетать, чтобы тебя починили, или к чему? Нет, вот тут вот... Красные огоньки? Repair Bay. Там где вот эти гигантские штуки, я сейчас сам в окошко посмотрю. Cargo Dock, Space Station... Сейчас. Docking Clamp. Не то. Docking Clamp. Ай, блин, выпусти меня. Уверен, что ты на той? Ну, просто синяя планета, тут кладбище кораблей, и тут станция. И я не могу ворпнуться на седьмую планету, потому что все, ну, как бы я нажимаю на Space, и у меня точечка на седьмой планете, то есть я уже здесь. Ну, ты на Волгу. А, вот, да, вот, летай на эту штуку, смотри, подлетай, вот эту вот, видишь, штука зеленая, да? Да. Ну вот, подлети к ней. Так. О, смотри, да, есть, лечит. Посмотри, так уже... Отлети чуть подальше, посмотри в стекло. Сейчас, блядь. Ты не подлетел, да? Да сейчас. А, вот. Ты на станции, что ли? Ну да. А, это вон ты, вижу. О, кот. Подождите, я иду. Ты тоже тут? Да, я нашел. Ты уже на Вольве? Я долетел, да. Давай, подходи. Наконец-то. Фух. Ну, ты, конечно, и... Ну, я, конечно, и что? Ты хороший подписчик. Просто у меня нету сейчас никакого оружия. Ты радуйся, ты не попал в перестрелку. У тебя все хорошо в этой жизни. Куда? Какая нафиг станция? Куда лететь? Что? На седьмой планете есть станция. Я сейчас тоже приземлюсь. Стой! Тут всякие корабли, кладбище. Ты где? Я сейчас хочу приземлиться, погоди. Ой, я иду к вам. Давай синхронно, одновременно. Тут можно будет... Ну, давай. Заново. Погоди, а как сесть? На Е. Е зажимаешь. И пытайся выровняться. Ну все, я на земле. Теперь F выйти или как? Выйти, пробил. Я даже не верю, что я опять на ровной поверхности. А, нет, смотри, лети со мной, я сейчас тебе покажу, где починиться можно. Так, а тебе тоже чиниться надо? Ага. Ну я коту показываю. Да я понял. Я что-то. А кота с тобой что случилось? Ну я просто вижу, что он горит. Я тоже вижу, что тушка подгоревшая. Зачем ты вылез? Давай, пойдем чинить корабль. Иди корабль почини. А где? Вон тебе показывают, вот, иди. Я тут пока что чайку сделаю, схожу. Вот сюда подлетаешь к этой зеленой штуке.
Вот так вот. И она тебя хилит. Вон, горящая тушка, пойду гляну с той стороны. Repair Bay. Кстати, он только снутри подписан как Repair Bay, снаружи вообще нифига не понятно. Я знаю, я вижу. Сейчас что-то... Пью-пью-пью-пью-пью-пью. Там проценты жизни станции, погоди, ты сейчас станцию грохнешь до того, как он починится. А, да? Там, если отвлечь, там видно, сколько процентов у станции осталось. Где? Я не видел. Вон ты. Я бегу. Это нам еще повезло, что мы тут одни. Потому что если бы челик был бы, у него был бы бластер, мы бы уже не жили. Нам бы не дали высадиться. Ух. Погоди, а если сейчас, например, выйти из игры, где я заспавнюсь? Тут? Да. А тут? Прикольно. Ну хорошо, у нас тут получается своя небольшая станция. Как там в Вейланд Ютане говорили? Ваш дом вдали от дома, да? Если вы, ребят, в курсе, кто такие Вейланд Ютане. А вот, если у вас не дергается глаз от упоминания госпиталя Кристобаль, это уже другое дело. Ладно, пойдем. Да, я думаю, что на этом можно как раз будет и заканчивать наше приключение. Мы полетали, чуть не сдохли, вернулись, починились. Самое время для того, чтобы немножечко отдохнуть. Поэтому, ребятушки, спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра, всем молодушек. И всем покеда. Эта серия была записана 4-5 числа. Кстати, да.